это рубины в глаза вставлены. И это обмотка, характерная для того времени, так сказать, ну, не для самых дешевых сабель. Это все. Это сторона, вот надпись. На надписи будет написано «Бог, Кайзер и Рейх». Такие сабли можно встретить, ну, скажем, все же довольно часто. Вся прелесть этой сабли в ее другой стороне. А тут выгравлены пересеченные сабли и винтовки. Вот это выгравировано. Бог, Кайзер и Рейх. Второй Рейх. Третий был германский, гитлеровский. Это глубокая печать, вот как мы говорили. Если она поверхностная, значит фуфло. Это как офсет и глубокая печать. По сути дела одно и то же. И вот сейчас мы подойдем к самому главному. Это корона. А вот это портрет Кайзера, вот о чем мы говорили. С этим портретом сабли считанное количество. В чем он заключается? В том, что это значит, Кайзер своими руками давал офицеру, а давалось это офицеру среднего и высшего звена за храбрость. Ну, в общем, она идеально сохранена, эта сабля. Сохранность ее идеальная. И ножны тоже идеально сохранены.